Привет, друзья. Обещал супер прием. Выдаю. Помните, когда кто-то там в проруби, в ледяной, из нее вышел и потом, ой, как хорошо. Или когда под душем холодным, ледяным, ой, как хорошо. Да. А там же что происходит? Замирание от напряжения и соединение с этой ассоциацией, ай, как хорошо. Ай, как хорошо, а бывает, что песню слушаете, сердце замирает. Ну, или на ребеночка смотришь маленького, как он бежит, пяточки сверкает, у мамы сердце замирает. Вот соедините несоединимое, например, когда вам плохо, вдруг по какой-то причине, ходите по комнате, кулачки сжимаете, голову в шею, в плечи и говорите. Вот вам плохо, а вы кулачки сжимаете и говорите. Ай, как хорошо, ай, как хорошо, ай, как хорошо, ай, как хорошо. И вы становитесь непробиваемым. Потому что вы соединили несоединимое, и когда вам плохо в какой-то момент, сразу эта ассоциация. Ай, как хорошо. Да, друзья, попробуйте. У женщин это сразу срабатывает. Они очень эмоциональные. До встречи.